Всем большой-большой привет! Все мы любим подарки, любим их получать, любим дарить. Я вот особенно люблю дарить. Но, как вы знаете, каждый раз, прежде чем какой-то подарок приобрести или сделать, возникает проблема, что подарить. Ну, как бы носки, кружечки, полотенчики, это все такое забитое, неинтересное. Ну, сама не люблю такое получать, скажу вам честно. Вот, поэтому что-то такое хочется, что и понравилось бы, и какое-то времяпрепровождение интересное у вас бы при этом появилось. То есть хочется какой-то творческий подарок всегда. Я человек творческий, мне хочется творческий подарок, соответственно. Я всегда что-то пытаюсь новое изучить. Люблю какие-то эксперименты проводить. И вот в качестве такого подарка и, опять же, интересного времяпрепровождения я решила испытать вот такую интересную вещь. Творческие наборы включают в себя и инструменты, и материалы, и, что самое главное, подробнейшие инструкции, по которым вы делаете ту или иную работу. Сегодня я хочу представить вашему вниманию творческий набор нашего российского производства. То есть это российская технология, уникальная разработка российская. И вот на основании этой разработки ребята придумали такую интересную вещь. Как вы видите, коробочка красивенькая, такая небольшая. Кстати, потом ее можно использовать для какого-то своего рукодельного, опять же, дела. Что-то в нее сложить, она очень качественно сделана. Открываю коробочку, о, и меня встречает кошечка. Обожаю кошечек, как вы знаете. Так что вот, пожалуйста, уже улыбка на лице, уже приятно. Это у нас что? Это у нас идет описание краткое про набор, про стеклюр. И вот здесь представлены наборы, которые продаются у этой компании. Их оказывается 16 штук. Также телефон для связи есть, если у вас какие-то вопросы. И, насколько я знаю, у них по вот этому коду можно скачать инструкцию такого общего ознакомительного вида. То есть там показаны основные этапы работы с их материалом, вот с этим самым стеклюром. И здесь я почитала просто, здесь просто такая приятная детская сказка. То есть тоже как, вот почему не сделать такое в наборах? То есть ребенку вы рассказываете эту сказку и в это время делаете какую-то работу. Итак, что входит в сам набор, показываю подробно, детально. Значит, смотрите, здесь есть инструкция. Вот обязательно ее рекомендую, прежде чем работать, прочитать всю полностью. Вот обычно мы не читаем ничего, а потом возникают какие-то вопросы. И кроме того, возможно, такая ситуация, вы что-то использовали, и у вас в итоге потом материала не хватит. То есть прежде чем отрезать ту же проволоку, обязательно почитайте и узнайте, как ее правильно отрезать, какое количество и тому подобное. Вот эта вот бумажка, это у нас трафареты. Трафареты с вот этими схемами, по которым нужно как раз эту проволочку будет загибать. То есть в основе деталек вот этого набора лежат такие проволочные каркасики, которые потом опускаются уже в стеклюр, вот в эту смолу, и, соответственно, она на них будет вот так наноситься, натягиваться, образуя такие прозрачные пространства стеклянные. И теперь смотрим, что у нас в коробке. В коробке два пакетика вот таких блесток, красные и золотые, соответственно, две рыбки там, потому что. Также два набора вот этих вот фольгированных квадратиков, фольга, тоже два цвета. Две проволочки для красной и золотой рыбки. Проволока, кстати, специфическая. Она мягкая должна быть. Но я пока не открывала, сейчас посмотрим. Но судя по описанию. И вот из нее как раз и делаются вот эти каркасы для деталек. Дальше идет растворитель. Дальше два вот таких поролоновых квадратика. Здесь у нас что? Здесь у нас стразики. Это, соответственно, глазки для рыбок. Какая-то веревочка, не знаю пока для чего, посмотрим. Идет воздушный пластилин, если я правильно понимаю, что это. Ну, потом посмотрю по инструкции более детально. И сам стеклюр. Стеклюр вот в этой такой прозрачной коробочке. И лопаточка еще дополнительно. И здесь главное, посмотрите, запрещается глотать, принимать в пищу. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. То есть обязательно вот за этим моментом следите, если вы делаете какую-то работу с детьми. Потому что все-таки это такая химическая штука, которая
за которой надо следить. Ну и лопаточка, наверное, для него. Пока не знаю, тоже потом посмотрю. Так, а это у нас, наверное, зубочистка. Да, вот. Вот составляющие всего набора. Здесь, как видите, всего немного. А, забыла еще. Вот я просто достала уже. Также в наборе был пинцет, причем такой довольно-таки остренький. И вот такие ножнички-кусачки. То, кстати, здорово, у меня таких нет, останутся потом для дальнейшей работы. То есть покупать, как видите, ничего не надо, абсолютно ничего. Нужно только изучить подробно инструкцию, чтобы сделать работу всю правильно. Еще раз повторю, что такое стеклюр. Стеклюр – это своеобразная такая смола, она прозрачного цвета. Смола, застывающая на воздухе практически мгновенно, то есть какие-то секунды, и она застывает у вас. Поэтому обязательно во время работы вы должны закрывать крышечку этой баночки, чтобы смола не загустела. Если вдруг у вас подзагустело немножечко, то вот для этого приложен растворитель. Его нужно накапать будет в смолу, разболтать, соответственно, и оставить на 15-20 минут до тех пор, пока все это вот пожиже не станет. Можете размешать какой-то там зубочисткой, либо какой-то палочкой деревянной. То есть вот это основные моменты работы с данной смолой. И я рекомендую, прежде чем делать уже работу саму, вот сами детали рыбки той же самой, попробуйте на чем-нибудь потренироваться. Там есть проволочный какой-то запас небольшой, и вот на нем надо потренироваться, и вы поймете, как оно работает. Ну что, перехожу от слов, которые все обычно не любят, однако слова нужны, потому что очень много деталей, которые вот именно надо сказать. Перехожу к делу. И первое по инструкции идет подготовка самого тела рыбки из вот этого воздушного пластилина. Ну, как видите, он вылезает прекрасно. Опа, вот такая вот масса. Воздушная, очень, кстати, легкая, прям легкая-легкая. И из нее нужно сформировать тело рыбки вот по этой схеме. В инструкции написано, что пластилин нужно высушить, и на это потребуется довольно-таки все-таки много времени. Написано 6-12 часов. Сушим на воздухе. Ну, у меня похоже на дельфина, я бы сказала. Но ничего страшного, на дельфина тоже может быть похоже. У меня своя рыбка. Кстати, это золотая рыбка. Слушайте, я про это не подумала. Рыбку можно потом, ну, как бы, вот она золотая, можно ей желание какое-то загадать в конце работы. То есть мы ставим свой созданный экспонат на полочку и загадываем желание, а почему нет? Кстати, здесь две рыбки. Если вы делаете с ребенком, одно желание загадывает ребенок, второе вы. Почему нет? И теперь эти заготовочки из пластилина я оставляю сушиться до затвердевания. Вы это сами увидите, когда это все затвердеет. И периодически вот так поворачиваете их на другую сторону, чтобы просыхало равномерно. Далее нужно сделать вот эти детали из проволоки. То есть это каркасы будут проволочные, которые потом будем окунать уже в стеклюр. Я начну, пожалуй, вот с вот этого плавника, который вроде попроще форму имеет. Смотрим. Значит, у него 22 сантиметра длина проволочки. Отмеряю 22 сантиметра. Я возьму золотую. Ну, здесь ориентировочно, естественно. Можно чуть-чуть больше, только не сильно, потому что иначе у вас проволоки не хватит. И при помощи кусачек вот этих вот откусываем кусочек. Так. Теперь моя задача по вот этому трафарету уложить проволочку так, чтобы вся она была на него похожа. То есть вот так я прикладываю, с небольшим запасом оставляю хвостик, и по трафарету пальчиками, либо на вот этих таких загнутых местах сложных, можно, вернее нужно использовать пинцет. Ну вот как-то так. Я, видите, она загибается довольно-таки легко. А вот здесь можно попробовать помочь себе пинцетом. То есть берете пинцет и вот так вот его, с помощью него, точнее, загибаете проволоку. А если у вас есть какие-то круглогубцы, вот домашний инструмент,
можно использовать его, потому что он более круглый край вам сделает. Но, в принципе, знаете, пальцами загибается очень даже неплохо. Вот я делаю прям. Прям по схеме. Даже пинцет мне здесь не нужен, потому что здесь такая довольно-таки несложная схема загибки. Если у вас что-то получается не так, прям вот в точности, как на трафарете, ничего страшного, потому что все-таки это индивидуальная работа, у каждого своя рыбка будет, поэтому тут даже не пугайтесь. Ну вот, и вот у меня вот получается вот такая вот каркас вот такой, видите, такой вот он загнутый. Теперь задача моя, вот эти два конца нужно скрутить между собой. Я, кстати, хвост оставила зря большой. Видите, остался лишний. Но ничего страшного, потом его подрежу. Скручиваем вот так вот между собой две проволочки. И вот ваша первая деталь. Соответственно, потом делаем все остальные детали согласно схемам. И количество здесь указано. Вот теперь совет конкретно от меня. Блестки. Сами знаете, что такое блестки. Они остаются постоянно на пальцах и на прочем. И когда мы будем посыпать детальки блестками, то может получиться либо дунули, либо чихнули, либо что-то еще. То есть улетят. Неудобно из пакетика сыпать. Что я рекомендую? Если у вас какие-то вот такие баночки есть, от лекарств в частности у меня баночки, маленькие какие-то, лучше, конечно, прозрачные, у меня вот не оказалось, то лучше все это пересыпать в эту баночку и уже сыпать из нее, потому что получится лучше. Поэтому я сделаю вот так. И уже из этой вот баночки я буду сыпать. То есть это чисто совет от меня, можете ему не следовать, конечно, смотрите, как вам удобнее. И наступает самый интересный момент в данной работе, на мой взгляд. То есть создание вот этой именно пленочки из стеклюра на вот этих каркасах. Смотрите, я подготовила поролонки. Там рекомендуют надеть перчатки. Но это уже по желанию, смотрите сами. Тут как бы особо вымазаться негде, но тем не менее. Также открываем сразу баночку, либо пакетик с вот этими золотыми, либо что у меня здесь, красненькими блестками, потому что надо будет посыпать сразу, иначе быстро засыхает. И вот я еще забыла, что сделать. Надо вот эту коробочку, точнее, я возьму другую. Я возьму дополнительную крышку от этой коробочки, мне как раз подходит по размеру. На дне я буду блестки посыпать, потому что они будут лететь, и чтобы весь стол не засорить. Ну что, открываем баночку, надеюсь, у меня все получится. Я не пробовала раньше. Сейчас будем тестировать. Напоминаю, что стеклюр быстро застывает на воздухе, поэтому его нужно максимально быстро закрывать после каждого использования. Вот такая жидкость. Еще раз скажу, это смола. Понюхаем. Но есть небольшой запах, когда вот именно носом туда залезаешь. Это вот я специально для тех говорю, кто обычно спрашивает, пахнет или нет данное вещество. Немножко есть запах. Я не знаю состав, конечно, но небольшой запах есть, поэтому смотрите. Но сильного нет. Так, открыла. Далее беру вот эту вот детальку. Немножечко загибаю хвостик наверх, чтобы за него было удобно держать. Ну и теперь эксперимент номер один. Окунаю в стеклюр и смотрю, что будет. Вот так окунаем. Можно вот так подвигать, повозюкать. И как лист бумаги снимаем. Оп.
Там какая-то капелька образовалась. Ее можно убрать при помощи зубочистки, но, повторюсь, делать надо очень быстро, потому что застывает прямо вот на глазах. Вот она уже такая, пленочка образовалась. Ну, как интересно, кстати. Закрываем теперь банку. И теперь аккуратненько на высоте, чтобы равномерно распределялось. Нужно чем выше, тем лучше. Вот. Ой, какая красота! Слушайте, смотрите, как здорово получилось-то. То есть мой тест, который я сделала, так как вам показать-то лучше? На каком фоне, не знаю. Вот, наверное, так видно. И эта пленка уже образовалась, застыла. Ну, не застыла до конца, естественно, она уже схватилась. То есть нигде ничего не течет, не капает. Смотрите, какая красота получается. Но блестки, вот я как по опыту, нужно просто набить руку и сыпать их более равномерно, повыше поднимая вот этот вот пакетик, либо баночку с ними. Вот, все. И теперь вот эту вот заготовочку я должна оставить сушиться до полного высыхания. Там написано несколько часов. То есть я ее втыкаю в поролон, вот так, все, и стоит. Оставляем сушиться, и теперь я делаю все детали, которые у меня в коробочке, превращаю их в такую красоту. А вот и мои детальки, мои заготовочки для рыбки. Вот, в частности, золотые и красные. Я пока собрала в пучки, чтобы вам просто показать. Вот так все это выглядит красиво. Они такие нежные получаются, воздушные. Вот настоящие золотые рыбки. Очень красиво получается. Я насыпала побольше все-таки вот этого порошка золотого и красного, чтобы было поярче видно. Мои заготовочки самих рыбок высохли. Они стали такие твердые, похожи чем-то на тонкий пенопласт. И теперь нужно доделать рыбку, сделать ее золотой. Берем вот эту вот фольгу и заворачиваем в нее рыбку. Осталось только собрать все детальки в единую рыбку. И для примера смотрим вот на эту картинку и по этой вот схеме также ориентируемся. То есть какая деталь куда крепится? Крепится очень просто. То есть в этот вот, в это тело мы просто втыкаем нужные плавники. Во-первых, вот эти вот длинные проволочки нужно еще раз подмотать, если размотались, и подрезать, если они у вас длинные, потому что мы сушили. Вот у нас верхний, он втыкается здесь. Втыкается, кстати, очень легко. Раз, и я воткнула все. Теперь втыкаю сюда. Вот так я закрепила. И его можно немножечко изогнуть. То есть как будто рыбка плывет в какой-то водной среде. То есть она не обязательно там гладенькая. И как видите, стеклюр при этом не ломается, не трескается, ничего с ним не происходит. То есть я загнула проволочку, и все осталось на своих местах. И теперь дальше я собираю рыбку, уже дополняю остальные плавники.
И вот такое чудо чудное у меня получилось. Вот я не знаю, конечно, правильно ли я собрала, но я собирала вот согласно картинке вот этой. То есть все детальки встали на свои места, я надеюсь. Вот, я их немножечко еще искривила, то есть, видите, я сделала немножко такие изгибы вот на этих вот плавничках. Ну, то есть, как бы такую, придать уже естественность и плавничку, и хвостику. И материал совершенно спокойно гнется, не ломается ничего. Зато получается очень-очень красиво. Ну, красненькую соберу потом, рыбку. Вот, теперь куда их можно использовать, для чего, собственно говоря. Но это, естественно, такое украшение для вашей полочки. Вот в детскую комнату хорошо будет смотреться, если повесить. Если есть у вас аквариум, то можно как-то перед ним эту композицию сделать. Значит, смотрите, что можно сделать. Можно взять нитку с иголкой, соответственно, цвет какой-нибудь такой не яркий, или леску. Вот я лучше сделаю сейчас с леской. То есть я на леску подвешу их к люстре, просто будут как будто в воздухе они парить. Очень красиво получится. Вот, у меня раньше так висели снежинки новогодние, а сейчас я повешу туда рыбок. И теперь можно загадать рыбке свое желание. У вас будет две рыбки, поэтому одно желание загадывает мама, второе желание загадывает ребенок. Но я хочу пожелать всем моим телезрителям, во-первых, мира, во-вторых, здоровья, это обязательное условие также, ну и пусть сбудутся все ваши мечты, а золотая рыбка пускай нам в этом поможет. Все ссылки на данные наборы я опубликую под видео, можете их там посмотреть, по ним переходить. У компании сейчас в производстве и вот в продаже есть 16 разных наборов. То есть рыбки – это один из них. Там также есть другие наборы. Вы можете все посмотреть, приобрести. И, как я говорила в самом начале, эти наборы могут служить прекрасным подарком, когда вы хотите подарить человеку что-то интересное, необычное, то, что он никогда не видел, не делал. Вот, и времяпрепровождение за таким занятием будет очень хорошее. Можно под музыку все это собирать, можно с ребенком, можно как вы захотите. Спасибо на этом за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, а пускай рыбка выполнит наши пожелания. Всем пока-пока!